Τι είναι η ίδια. Βοτό. Ίδια. Βοτό. Когда делаете вдох, чувствуете, как воздух касается носа, хорошо? И выдох чувствуете, как воздух выходит из носа. Обязательно проверяйте, выходит или не выходит. Надо ощутить воздух в носу. Вдох. Выдох. Продолжаем. Все дышим. Вдох, взгляд внутрь. Задержка дыхания центре груди и выдох. Вдох, взгляд внутрь. Задержка дыхания центре груди и выдох. Вдох, взгляд внутрь. Задержка дыхания в центре груди. Выдох. Вдох. Взгляд внутрь. Задержка дыхания в центре груди. Выдох. Вдох, взгляд внутрь, полное внимание в центре груди, выдох, вдох, взгляд внутрь. Полное внимание в центре груди и выдох. Вдох. Взгляд внутрь. Полное внимание в центре груди. Выдох. Вдох, взгляд внутрь, полное внимание в центре груди, выдох, вдох, взгляд внутрь. Полное внимание в центре груди. Выдох. Представляем центре груди. Цветок. Отправляем от центра груди энергию вперед, как открывается сердце наше. Вдох. Взгляд внутрь. Внимание, как свет в центре груди. Выдох, отправляем этот лупу вперед, как бутон раскрываем от центра груди. Вдох. Взгляд внутрь.
Вы акцентируете вперед. Вдох. Взгляд внутрь. Выдох, центр груди вперед. Разрешаем себе раскрыть свое сердце, снять все программы, мешающие успеху и удачи. Вдох. Взгляд внутрь. Полное внимание центр груди. Выдох. Чувствуем наша сердечная чакра. Полностью открылась. Разрешаем себя принять Бог в своем сердце. Обращаем к Господу. Господи, благослови. И здесь и сейчас эта медитация пройти опыт. Вернуться своего рождению и снять все программы, приобретенные в течение жизни от рождения до сегодняшнего дня. Представляете, вы стоите на весах. Представляете электронные весы. Сколько килограмм вы весите? Фантазируйте, визуализируйте эти весы. Визуализируйте, сколько килограмм вы висите. И решаем снять от себя все лишнее этих энергетических духовных весов. Обращаем, кто обращает реки, занимает реки, прошу реки снять все программы от рождения до сегодняшнего дня, которые мешают мой успех и удачи. Рисуйте знаки у меня и у всех. И здесь, и сейчас. Посмотрите эти весы. Разрешайте себе снять все лишнее. Образно, мысленно снимайте все свои одежды. Они лишние, когда вы родились, у вас ни одна одежда не была на теле. Начинаем с простого. Не все снимаем, нижнее белье тоже. Не стесняйтесь, никто не видит. Все еще лишнее, все украшения снимаем, рядом с весы ложим. Когда вы родились, в вашем теле украшения тоже не были. Разрешаем себе снимать все украшения. Часы, все лишнее, образно снимаем. Снимаем из своего тела косметику, губная помада вытираем, образно. Машкара, чем глаза красят, вот это все. Пудра. Все снимаем. И там, когда вы родились, ничего не было на вашем теле. Образно снимаем все татуировки, если где-то есть у вас теле. А кто забил этот от пупка снимать, от сережки? Снимай тоже. Лак от волоса снимаем, тоже волосы были не крашены. Все разрешаем себя снимать личное. Еще анализируем, что у нас в теле осталось личное. Лак от ногтей снимаем. Все сняли. Посмотрим, ничего нету лишнего. Все снимаем.
Все снимаем, лак от волоса, маскара. Все сняли, молодцы. Хорошо, разрешаем себе снять все, чем мы родились. Снимаемся эго, злость, зависть, привязанность, жадность, обиды, претензии. Мы когда родились, это с вами было. Снимаем свои роли, не переживайте. Все, вернемся, что надо. Сейчас разрешите себя снимать. Роль мамы, жены, сотрудницы. Все снимаем. Снимаем все страхи, которые первые до 7 лет формировались в жизни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разрешаю себя снять все запреты, которые во время воспитания первые до 7 лет формировали мое воспитание. На уровне первой чакры, второй чакры, визуализируем вторая чакра, третья чакры, четвертая чакры, пятая чакры, визуализируем света, шестая чакры, седьмой чакры. Снимаем все запреты, которые мы делали в течение жизни. Прошу Господи снимать от меня все запреты, которые эмоциях я сам себя делал, все ментальные установки от рождения до сегодняшнего возраста. Тоже снимаем рядом гора с часы, все ложим на этой горе. Я снимаю все свои отрицательные сердечные установки, свои субличные от родителей, которые мешают мне любить и принять любовь. Все неосознанные установки, сердечные программы, которые я получил от родителей или предыдущих отношений. Я разрешаю себе снимать все родовые программы, программы своего рода. Я разрешаю себе снять все программы своего рода. Где я родился, род своего супруга, мужа, жены, род, все роды, которые я встречал в жизни, первая семейная жизнь, вторая. Я разрешаю себе снять все родовые программы. Я снимаю от себя все фамилии. Когда я родился, у меня не были детей. Я сейчас снимаю от себя все детей. Все фамилии, которые были у меня. Сейчас у меня никакая фамилия нету. Никакие роли нету. Я чистый, свободный. Все у меня осталось. У меня осталось имя. Я от себя снимаю свое имя тоже. У меня нет имя. Мы чистое тело, где проявляется божественный свет. У нас нет имя. Мы все сняли, все лежит рядом, возле весы. Прошу Господи, благослови меня. На ту врожденную силу, которую ты мне дал в этой жизни путь. Когда мы были зачатие, даже у нас тела не было. Первое начало нами душа. Снимайте, посмотрите, как весах стало мало-мало вес. Снимайте тело. Остается белый блестящий шар над весах. Тело стоит рядом. Мы душа, которая не имеет вес. Висах ноль. Я душа. Час сверх души. Представляете, метр над головой. Такой же белый блестящий шар. Тяните дыхание вверх, вдох. Я душа. Метр над головой шар. Вверх. Абсолютный сверх душа.
А третий глаз вверх, вдох, тянем дыхание вверх, я душа. Выдох, сливаю сверх души и принимаю силу духа. Вдох, выдох. Третий глаз, большой палец, ноги никуда не обращаем внимания. Только представляем ответ, третий глаз, при центре головы шар, вдох, это шар поднимаем вверх. Выдох, метр над головой, расширяем его. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. От нос вверх, вдох, не отвлекайтесь. Выдох, метр над головой, расширяем белый блестящий шар. Вдох. Выдох. Представляем, шар расширяется, становится больше, больше. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выдох. Вдох, а третий глаз вверх, я душа. Выдох, расширяем шар метр головы, сливаются сверх души. Вдох, а третий глаз вверх, я душа. Выдох, визуализируем шар метр над головой, фантазируйте, как он расширяется. Вдох, дыхание вверх, душа. Выдох, сливаюсь сверх души. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Представляем шар захватывает все вокруг нас, все тело. Вдох.
вы подтверждаем? Я и Бог одна целая, я душа, абсолют сверх душа одна целая. Я имею все качества Творца Абсолюта. Я абсолют полный, богат, успешен, счастлив в всех отношениях своей жизни. Господь наполнил меня силой духа восстановить все ситуации в теле и уме. Прошу Господь сжечь все отрицательные программы от моего рождения до сегодняшнего дня. Представляем все наполняется светом. Теперь дышим от вдоха, от метра над головой восьмой чакры. Выдох, вся тело наполняем светом. Представляем свое тело, разрешаем, чтобы вся тело промывалось. Вдох, выдох, все кости, органы в теле промываются, очищаются естественные силы Творца. Вдох, выдох. Разрешаем себя принимать свою физическую тело. Пусть он очищается, поем 21 раз. Ом. Вдох. Ом. Кто не может петь, просто слушает этот свинский звук. Thank you.
сохраняем это покой, подтверждаем, наш ум и тело полностью очистились. Принимаем свое тело чистое, принимаем ум, визуализируем на весах, просим Господи, то, что отработано, то, что я снял от себя до 7 лет программы на чакрах, субличные программы, сердечные программы, кармические программы, я оставляю у Тебя навсегда. Господи, Твою полном доверии к Тебе. Я принимаю то, что мне нужно здесь и сейчас, мою дальнейшую самореализацию и предназначение. Одевайте на свое тело то, что Господь дает полном доверии. Оставляйте Господу все свои субличные программы, установки, за претензии, запреты, все плохого. Господи, благослови на замен меня своей милости, сила духа и храбрость. Дай мне то сила и заряд, которая нужна пройти дальнейшие годы, уроки своей жизни. Принимайте милость и благость Господа в этом теле, уме и душе. Теперь можете принять назад все свои одежды, украшения, татуировки, губная помада, маскара, лак на волосах. Все возвращайте назад, оставляя все плохого у Господа. И на замен попросите Господи Твой милость и сила. Представляйте вы назад одеты, полностью имеете все то, что вам дано. Все отношения, которые находятся в настоящем, вы их принимаете. Старые вы сняли. Принимайте тот фамилия, которая у вас настоящая. Тот должность, которая у вас настоящая. Все то, что было, мы его оставили у Господа на его усмотрение. То, что нам даст, мы примем. Мы разрешаем себя принять по полном доверии Господа из оставших вещи, отношений, которые Он нас благословляет. Мы принимаем настоящее, все прочитая, старое, обработанное, оставили в прошлом. Подтверждаем, я благодарю себя, свою душу, благодарю реки, энергию Абсолюта, я благодарю свое имя и всех присутствующих. Я подтверждаю все программы от рождения до сегодняшнего дня. Стерты, сняты, мы наполнены благословение и благость Божия. То сила, то энергия, которая нам нужна, и здесь и сейчас самореализация и предназначение наполнена нашим телом, душе и умом. Это способность, это медитация, это сила, возможность, опыт сохранен навсегда. В течение 40 дней, если каждый из нас эту медитацию регулярно делал, у него все программы от рождения до сегодняшнего дня стерлись навсегда. И здесь и сейчас эта медитация, вся сила, которую мы получили, продолжает работать на 40 дней. Эта медитация в течение 40 дней сняла полностью все программы от рождения до сегодняшнего, которые мешали нам быть успешными. Так и есть, так и есть, так и есть. Аминь, аминь, аминь. Делаем глубокий вдох и выдох. Возвращаем себя. Еще раз глубокий вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Натираем ручки. Положим на глаза. Открываем, закрываем глаза под руками.
Еще раз натираем ручку. Ложим на глаза. Открываем, закрываем глаза под руками. Еще раз. Ложим на глаза. Умываем лицо. Пускаем руки по теле, по груди, по животу, по бедрам, по коленам. И через ноги отпускаем лишнюю энергию в землю. Подтверждаем, вся энергия тела, души и ума балансированы. Мы полностью адаптированы ту энергию, которую получили в этой медитации. Аминь, аминь, аминь. Хорошо? Ну как не услышать?